Первокурсники построены, родители с трепетом наблюдают. Сейчас они свидетели торжественного военного ритуала, который прошли многие поколения – отцов, дедов, прадедов. Через пару минут вчерашние мальчишки станут совсем взрослыми, дадут клятву быть верными присяге, служебному долгу уважать и соблюдать права земляков, быть мужественными и не останавливаться перед лицом опасности. Напутственные слова произнес начальник Ульяновского гарнизона, командир межвидового регионального центра войск связи. Каждый из вас давая клятву Родине, обязуется беззаветно до последней капли крови защищать свой народ и Отечество. Военная присяга – событие значимое, происходит лишь раз в жизни, оттого и волнение. Однако, несмотря на переживания, юноши с уверенностью произносят слова клятвы. Вместе с тем открывают сердце новой жизни, знаниям, учителям и наставникам, уставу и распорядку дня. Товарищ капитан, годовой кулачок для принятия военной присяги. Я, Калачев Даниил Борисович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Отныне в родительском доме будут ждать от сыновей только добрые вести. В нескольких предложениях сформулирована суть военной службы. Слова простые, теперь надо подтвердить их делом. Дал присягу, назад ни шагу. Для исполнения песни в составе центра на установленной дистанции. Эго! Марш! После принятия военной присяги отец Серафим благословил военнослужащих на достойное несение служения Отечеству и окропил курсантов святой водой. Желаю благословения и помощи Божией нам, родителям, Отечеству, здравия, крепости веры, крепости духа. Церемония завершилась показательными выступлениями. Организован рукопашный бой, демонстрация оружия и военной техники. Александра Никитина, Управда ТВ.